Спонсор программы «Место происшествия» – ломбард «Титан». Новый год не за горами, ты в ломбард «Титан» спеши. За подарками для близких от своей большой души. Ломбард «Титан» для всех и каждого. В эфире проект «Место происшествия», и мы продолжаем. В Опалино арестован 18-летний Святослав Попов. Молодого человека обвинили в смерти 25-летней матери двоих детей. По данным следствия, обвиняемый избил девушку, после чего она скончалась в больнице. Подробности избиения в нашем следующем материале. Обвиняемый, поясните, куда мы прибыли, что здесь, когда произошло? Обвиняемый и потерпевшая Ольга Лукина были знакомы. Как говорят, встречались. В день избиения Ольга была в гостях, там выпивала. Потом позвонила Святославу, чтобы тот ее забрал. Молодой человек пришел за ней, устроил словесный конфликт, приревновал, а потом на улице избил девушку. Как били? Ладонь. Вот так. После ударов ладонью Ольга упала на колени. Далее обвиняемый ударил ее ногой, а потом кулаком по лицу. Начал вставать, ударил ее ногой. После этих ударов уйти домой самостоятельно девушка не смогла. Обвиняемый вместе с товарищем на санках повезли ее в больницу. По пути вызвали скорую помощь. Потом он подошел, я сказал, пошел до бабушки за санками, Оля идти дальше не может. Я побежал, они оставались здесь, когда я пришел, они уже были в этой клинике. В больнице 25-летняя Ольга Лукина скончалась от закрытой черепно-мозговой травмы. У девушки остались два малолетних ребенка. Сейчас они живут с отцом. Как стало известно, в этом году погибшая ушла от мужа к 18-летнему обвиняемому Святославу Попову, который, несмотря на свой юный возраст, имеет богатый криминальный опыт. Данный обвиняемый неоднократно судимый, в том числе за аналогичное преступление. По статьям 109, 115 Уголовного кодекса Российской Федерации и 158. Характеризуется отрицательно. По данным следствия, Попов был судим за причинение смерти по неосторожности и умышленному причинению легкого вреда здоровью. Тогда ему было назначено наказание в виде 1 года ограничения свободы. Сейчас наказание будет гораздо строже, до 15 лет тюрьмы. Михаил Вагин, место происшествия.